Я спокойна. Я абсолютно спокойна. У меня все хорошо. Я в позе лотос. Почти. Я дышу по системе йогов. Я живу по системе йогов. У меня все хорошо. У меня в доме сделали ремонт. Била бы этих строителей. Я не думаю о плохом. Я дышу полной грудью. Ремонт закончен. У меня теперь есть плитка на кухне. Господи, все в плитке. Пол, потолок, стены. Даже в холодильнике плитка. Господи, 4 вагона. 4 вагона дорогущей итальянской плитки на 6 метров кухни. Плитка итальянская дорогущая. Сегодня одна отвалилась, смотрю, на обратной стороне кирпичный завод, город Барнаул. Но я не думаю о плохом, я йог. Я живу по системе йогов. Я люблю всех людей, всех абсолютно. Всем людям в этом мире я желаю добра. Всем добра! Строителям 2 добра! Чтоб захлебнулись они в этом добре! Я дуб. Я самый дубовый в мире дуб. Я, можно сказать, дубина. Зачем мне это надо было? Ну зачем? Так все хорошо начиналось. Ну, накопила денег на ремонт. Хотела сделать евроремонт в своей хрущевке. Нашла строительную фирму. Немецкую. Позвонила. На следующий день пришли немецкие строители. В халатах и тюбетейках. Салям алейкум! Хозяйка, предоплату давай! Я дубина. Я дубина без зелени. Потому что вся моя зелень осталась в халатах немецких строителей. Все окна заштукатурили. Сижу, как крот в норе. Умывальник с унитазом перепутали. Ванну поставили боком. Снесли стенку между залом и подъездом. Каждую секунду лифт встречаю. Салям алейкум! Хозяйка, мы в гости приехала! Зачем мне это надо было? Ну зачем? Жила себе спокойно, Господи, ну и жила бы дальше. Вот подруга Ленка молодец. Накопила денег. Поехала отдыхать в море. Искупалась. Загорела. Потом спокойно перевернулась на автобусе. Господи. Как она плакала, когда впервые увидела себя после аварии. Зеркало. Плакала до тех пор, пока не увидела мой ремонт. Теперь она смеется и собирается гонять на автобусе. Господи, что же мне теперь со всем этим делать? Ой, а что, буду помогать людям? Буду людям помогать. Я же йог.
устрою здесь кабинет помощи пережившим катастрофы. Будут ко мне приходить люди, радоваться жизни, говорить: «Спасибо вам, немецкие строители! Рахмат вам и салям лукум!»